Департамент транспорта не может справиться с нелегальными перевозчиками. В этом на заседании профильного комитета горсовета признался глава ведомства Алексей Мартыненко. По его словам, проверки идут с начала года. Уже сейчас в отношении частных перевозчиков составлено почти 500 протоколов об административных правонарушениях. Однако запрещенной «Газели» это не останавливает. Параллельно с нарушением закона перевозчики ищут справедливости в судах, обжалуют решение чиновников о расторжении договоров, по которым работали маршрутки. Депутаты видят единственный выход – перевести все перевозки в категории регулируемых, чтобы предприниматели не могли сами устанавливать тариф. При формировании новой маршрутной сети мы планируем провести новые конкурсы. В соответствии с этим будет принято решение, какие маршруты будут осуществляться по регулируемым тарифам, какие маршруты по нерегулируемым тарифам. Но мы считаем, что действительно все перевозчики должны работать по регулируемым тарифам.